И всем привет, дорогие друзья, с вами Лис на канале Fox and Games, и я долбанный слоупок, который пропустил выход перевода от команды... А как звали ту команду? В общем, не суть, я пропустил выход перевода для игры Дельтарун, и надо наверстать упущенное. Что, жмем на пустой слот и начать. Вы здесь? Да, вроде бы. Так, ну... Связь... настроена? Чудесно. Слушай, да вообще шикарно. Воистину чудесно. Теперь... мы можем начать. И я опять забыл себе поставить время. Все, поставил. Первым делом вы должны создать сосуд. Выберите голову на ваш вкус. Так, ладненько. Пусть это будет... ну, вот эта вот щелочка голова, да? Моднявая. Выберите туловище на ваш вкус. Так. И опять сплошь полосатые кофты. Ну, еще рубашки и куртки. Пусть будет у нас полосатая футболочка. Выберите ноги на ваш вкус. А чем ноги отличаются? Они вообще чем-то отличаются, нет? Ладно, вот так вот давай. Это ваш сосуд. Вы принимаете его? Окей, да. Сойдет. Замечательно. Вы создали прекрасную форму. А сейчас... создайте ему разум, подобный вашему. Что оно любит есть? Окей. Соленая. Ваша любимая группа крови. На рукаве чё? Пусть будет Б. Какой его любимый цвет? Синий. Пожалуйста, наделите его даром. Доброта, ум, трудолюбие, храбрость и голос. Типа, если я не выберу голос, оно вообще разговаривать не будет, да? Это печально. Ну да, пусть это будет голос. Голосом можно многое сделать. Лапшу там на уши повешать. Что вы испытываете к вашему созданию? Оно не услышит. Ну, я буду надеяться, что оно хоть что-то может, кроме как пиздеть не по делу. Ваши ответы были честны? Да. Вы признаете возможность причинения боли или страданий? Так, если исходить из Undertale, то... тут, скорее всего, тоже будет что-то вроде пути геноцида, пацифиста и нейтрала, так что... давайте нет. Хочу пройти на пацифиста сразу. Понятно. Назовите свой сосуд. Но пусть это будет зваться... тело. Да? Тело. Все, готово. Мы назвали его... тело. А что насчет создателя? Нет, ну тут все понятно. Где там? А, вот. Блин. Лис. Все. Лис. Замечательно. Действительно замечательно. Лис. Ну, как звучит-то? Спасибо за то, что уделили время.
Теперь ваши ответы, ваше прелестное творение, будут удалены. В этом мире никто не может выбирать, кем им быть. Вашим именем будет... Так, чуть подвину поближе. Крис! Крис! Терриэль, мне только не хватало. Крис, просыпайся, а то мы опоздаем в школу. Я подожду снаружи, хорошо? Ух. Не, я, конечно, все понимаю, и в этот раз у Криса хотя бы прикрыты глаза, или прикрыты у нее. Я не знаю, пока это мальчик или девочка. Но с другой стороны, Фриск с глазами полосками мне нравилось больше. Ну ладно, пошли. Так. Чё, куда? Сюда? Нет. О, зеркало. Это всего лишь ты. Класс. Дверь заперта. Замечательно. Можно было и открыть. Так, где мы? Сюда? А, не, это ванна. А ручки помыть можно? Вы взглянули в шкаф под раковиной. Тут банка мужского дезодоранта от ICE с запахом горячей пиццы. Кажется, им почти не пользовались. Окей, я хочу воспользоваться. Это унитаз. Смыть? Смой. Лучше экономить воду. Чё? Всё, хрен с вами. Там, я так понял, мне даже руки не дадут помыть. Я уже молчу про то, чтобы душ принять. А чё, хавчик есть какой? Я чё, в школу голодный поеду? На холодильнике висит фото, на нем вы, ваша мама и брат. Да. Итак, руки помыть не дали, пожрать не дали, ничего не дали. Крис, вот ты где? Мы еще можем успеть. Крис, прекрасный снаружи денек, не правда ли? Надеюсь, он будет таким же прелестным, когда сюда придет Прильтазри. Но я не знаю, после своего нового университета, будет ли он рад вернуться в этот маленький городок. Андуха! Быстро мы. По-моему, до школы можно было пешком спокойно дойти, не? Или это понт такой? Ой-ой-ой. Побежал-то как? А, блин. Итак, у всех есть... А, я надеюсь, что сейчас оно... Пока я не буду ничего нажимать, ничего не произойдет, потому что мне буквально надо пару секунд, минут. Итак, продолжаем. Прям вот продолжаем. Так. Итак, у всех... Итак, у всех есть... Ох, Крис! Мы думали, тебя сегодня не будет. В этом месяце мы будем делать групповые проекты. Что ж, пройдись и найди себе напарника, хорошо? Окей, Тэмми. Рис, Ава, ой, жалко. У Тэм уж есть напарник? Чё там за напарник? А, да ладно, яйцо. Это чёрно-белое яйцо, сваренное вкрутую. Печально, но кажется, у него уже есть напарник. Ну, ладно, ты. Йоу, Крис, в следующий раз поторопись. Мне пришлось быть напарником со Снежиком. Ха-ха. Он все время поворачивается ко мне и говорит: «Эй, напарник, как ковбой». Помочь? Но я не мочь. Ха-ха-ха. Чё думаешь об этом? Смешно, правда? Нет? Вот тебе новость, дружище. У меня уже есть напарник. Катись. Да. А, Крис, опять опаздываешь? Тебе нужен напарник? Извини, но я уже работаю со вторым умнейшим учеником в классе. Хотя подожди,
Крис, я тут подумал, твои уникальные умения могут нам очень пригодиться. Нет, вообще-то я хочу получить 5. Вот ты тварь. Чтоб ты сдох. Так, ты. Эй, Крис, чё как? Снова карандаш потерялся. Вот тебе в форме чупа-чупса или с фонариком. Хочешь стать моим напарником? Извини. Птицын был первым. Но я могу спросить мисс Альфис насчет группы из 3. Я спрошу, если хочешь. Пока нет. Да, думаю, ты еще найдешь напарника. Стоп, а если так посмотреть, 2, 4, 6. А, ну ты мисс Альфисон, да, слушайте, тут у всех есть напарники. Щелк-щелк, тык-тык. Занятно. А ты? Крис, ты тоже знаешь, Джокин Готтон или Котти всегда напарники. Мы общеобразцовый школьный дуэт с первой совместной физкультуры. Был день обручений и... Был день обручений, и вдруг они кончились, на всех не хватило. Поэтому я был Поэтому я был обручем Котти. Вот наша история дружбы. Короче, идите в жопу. Так, да, я хочу быть твоим напарником. Окей, продолжай искать, Крис. И чё? Не понял. Я ж нажал, да. О, теперь получилось. Мисс Альфис, ничего, что у нас группа из 3. Эй, что? Нет, я против. Отставить. Что, но у Крис нет на... Ноэль, что ты сказала? Она просто говорила, что нам хорошо вдвоем. Вообще, я хотела узнать... Ноэль, ты можешь говорить громче? Бах. Привет, Сьюзи. Я опоздала. Не знаю почему, но мне кажется, у нее должен быть именно такой голос. Ох, нет, все хорошо, мы просто, выбираем напарников для группового проекта и, Сьюзи, Крис будет твоим напарником. Лады. Так как все в сборе, я напишу задание. Кто-нибудь видел Мил? Он уже в 3-й раз пропадает, и вы все знаете, что без него я не могу начать урок. Как насчет такого? Если никто не признается, проблемы будут у всех. Кто-нибудь, пожалуйста. Эй, в кладовке может быть целая коробка. Мисс Альфис, почему бы нам Сьюзи не... Хорошая идея, Ноэль. Сьюзи, раз ты пришла последней, почему бы тебе не сходить? Да пофиг. И Крис, ты можешь пойти с ней и убедиться, что она точно не пойдет... Что она точно пойдет за Милом и, не попадет в передрягу. Спасибо, Крис. До скорого. И а если я не хочу... А, ну да, мне же сказали, я в этой игре ничего не решаю. О, сука. Вот ты тварь-то, а? Оба. Крис, не ожидала тебя здесь увидеть. Эй, я и сейчас ничего не делала, так? Даже ответить не можешь? Крис. Топ-топ-топ. Эй. Позволь мне рассказать тебе секрет. Слышь, сука. Тихие люди меня бесят.
Думаешь только потому, что ты молчишь? Я не понимаю, о чем ты думаешь? Это конец. Сьюзи съела весь мел. Это был ее последний шанс. Теперь ее наконец-то исключат. Ха-ха. Давай, Крис, не тупи. Ты знаешь, это правда. Это все... Этого все ждут. Этого все хотят. Что ж, молодец, Крис. Меня застукали. Мне конец. Просто дай мне уточнить кое-что. Как-то глупо вылетать из школы из-за перекуса. Так что, Крис, если уж я знаю, что ты меня сдашь, то почему бы мне не вылететь из школы за настоящую бойню? Крис, как насчет... Остаться без лица. Нет. Крис, у тебя хорошая мать. Не хочу заставлять ее хранить собственного ребенка. Ну ладно, давай закругляться с этим. Сходим за мелом, прошмыгнем в класс, а потом, Крис, ты займешься нашим проектом. Как тебе такое? Можешь не отвечать. Бля. Если тебе еще не ясно, ты здесь ничего не решаешь. Пошли, чмо. Ты чё, сука? А? Ты чё? Иди сюда. Я тебе электровеник в жопу вставлю. Эй, а ты быстро ходишь. Впрочем, тебе часто приходилось убегать, ага? Пошли, чмо. Отлично, мы на месте, как жаль. Мы ведь только-только раззнакомились. Оба-на. Эй, Крис, мне кажется, или... Здесь очень темно. Ты чего там, Крис? Ты идешь или что? Замечательно, если ты такая размазня, то я... Мы зайдем вместе. Видишь? И что тут страшного? Здесь только старые бумажки. Давай найдем, как включить свет. Так, а как я бегал-то? Я вроде хожу... А, вот, Shift. Окей. Странно, я не могу найти выключатель. Наверное, он где-то дальше. Ох, а кладовка-то большая, да? Мы уже должны были упереться в стену. Эй, Крис, вроде эта кладовка, сломана. Здесь нет стен. Ну, думаю, мы хорошо постарались. Если Альфес нужен мел, пусть сама за ним идет. Уходим отсюда. А, окей, сейчас сами, да? Какого? Эй, это не смешно, выпустите нас. Выпустите. А? Пол, он... Пока. Оба-на. А что стало с нашими шмотками? Что это за плащик? Или пародия на плащик? А, ну побежали. Хе-хе, сохраночка. Иногда вы видите блики света. Света видно только вам. Словно по привычке, вы тянетесь к нему и... Сохранение. Так. Привет. А ты кто? С тобой... Ну, взаимодействие... О! Снаряжение, навыки, настройки... Так, сделаем звук чуть потише в настройках. Вон так, на всякий случай. Вот так вот.
О, тут есть функция автобега, отлично. Не придется каждый раз нажимать Shift. Ну, во всяком случае, мне рады, и что это сейчас за херня наверху была. Оп. Вниз. О. Внутри что-то светится. Взять? Да. Вы получили светящийся осколок. Чё за осколок? Ладно, пошли сюда. Ой. Ой-ой. Ещё сэка. Ваше тело залито светом. Внутри вас сила, разрывающая тьму. Боль постепенно отходит. Ос полностью установлены. Чё, как головоломка с глазами? В этих краях путь виден лишь очам, устремленным во тьму. Угу. Вот так. И вот так. Блин, нахрена подсказку рисовать? Это ж слишком просто. Сразу Undertale с руинами вспоминается. Ой, а это что за хер? О! Эй, отойди! Еще шаг, и я... Крис? Фух. Эй, не пугай меня так, идиотина. Если, конечно, не хочешь получить по лицу. Эй. Короче, хватит дуры маяться. Надо отсюда выбираться. А отсюда это откуда? Без разницы. Мы здесь из-за тебя. Ты это и расхлёбывай. Нет, слушай, ты курица-то охуела? Веди, Крис. Вот, то есть тебе надо было сожрать мел, и пришлось намыть кладовку из-за тебя именно. А нахуй с тобой? О боже, забей, ты полный тормоз. Ну куда ты там на первую космическую летела? Эй, Крис, нам сверху кто-то машет. Как думаешь, чего от нас хотят? Понь? Бидли, Крис! Так... Хуй тебе, не попадешь по мне. Эй, оп-оп-оп. Но это чем-то напоминает встречу с Андайм. Крис, сюда! Ну все-таки почему? Мне кажется, что у меня именно такой голос. Музыка какая-то скудная, кстати говоря. В Undertale она явно была лучше. Оп. О, ты не труп. Как мило. Есть идеи, где мы, черт возьми, находимся? У меня тоже нет. Интересно, вон в том здании кто-нибудь есть? Так, пошел отсюда. Так, что это? Похоже на магазин, но дверь закрыта и внутри никого нет. А тут? Закрыто. А ничего, все закрыто? Походу. Сейф. Под пустым городом на горизонте виднеется замок. Разрывая небо, из него исходит черный гейзер. Сила этого места освещает вас изнутри. Сохранить. Пошли. Замок? Какого черта в кладовке делает замок? Добро пожаловать, герои. Кто здесь? Не стоит бояться, я вам не враг. Пожалуйста, подойдите. Лодочник? Добро пожаловать, я принц этого королевства. Королевство тьмы. Крис, Сьюзи, ходит легенда по этим землям. Легенда о том, что однажды прибудут двое героев света. И исполнят древнее пророчество, предсказанное временем и пространством. Пожалуйста, герои, выслушайте мой рассказ.
Ну, давай послушаем. Очень хорошо. Давным-давно легенду прошептали среди теней. То была легенда о надеждах, о мечтах. То была легенда о свете и тьме. Это легенда о руне Дельта. Тысячелетиями свет и тьма жили в балансе, принося спокойствие в мир. Но стоит этой гармонии пошатнуться, произойдет катастрофа. Небо наполнит ужас, а земля развернется страхом и затем под биением ее сердце земля испустит свой последний вздох. И тогда, неся свет надежды, на краю мира появятся три героя. Человек, монстр и принц из тьмы. Только они могут запечатать фонтаны и изгнать ангельские небеса. Только тогда баланс будет восстановлен, и мир будет спасен от разрушения. Сегодня фонтан тьмы, гейзер, который придет этой земле в форму, придает этой земле форму, возвышается в центре королевства. Но совсем недавно на горизонте появился новый фонтан. И из-за него баланс света и тьмы был нарушен. Крис, Сьюзи, спасибо, что выслушали мой долгий рассказ. Я глубоко верю, что вы и есть герои этой легенды. Что несмотря на всех врагов на вашем пути, у вас хватит храбрости спасти мир. Воины Дельты, пожалуйста, примите свою судьбу. Нет. Что? Я герой? Не ту выбрал. Но, Сьюзи, без тебя мир... Мир... Ну и что, если этого мира не станет... Это не мое дело. Даже забавно будет, если честно. Короче, Крис, если ты хочешь поиграть в героев с этим чудиком, то оставайся, а я пойду искать выход. Сьюзи, подожди. Пах. Хо-хо-хо. И вот герои уже бегут. Они даже не в курсе, что я здесь. Папа сделает меня сыном месяца. Кто ты, черт возьми, такой? Я. Злодей. Вы, клоуны, хотите запечатать наш фонтан тьмы, а? И все еще выставляя себе клоунами спасти мир от вечной темноты, а? Хе. Не пытайтесь этого отрицать. Мы оба знаем, что вы пойдете на восток. Это ваш единственный путь домой. Но я, Лансер, не дам вам добраться до туда. И для этого у меня есть безупречный план. Шаг первый. Я устрою вам взбучку. Шаг второй. Вы продуете. Хм, неплохой план, малой. Правда? Да. А вообще... Я вообще не против почувствовать его на своей шкуре. Итак, ого. Так, окей, а обучение у нас сегодня будет, нет? Действие, Лансер. Предупредить на тему. Вы предупреждаете Лансера об атаке с Сьюзи, он наготове. А, ну в принципе, если я хочу пройти на пацифиста, то да, мне не помешает. Оп, здравствуйте. Не знаю, откуда у меня секира, но это круто.
Лансер, комплимент. Вы говорите Лансеру, что не видите разницы между его телом и одеждой. Похоже, ему это польстило. Его атака снизилась. Оба. От ваших слов мои чувства встают на что-то там. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Падла. Так, окей, пощада, Лансер. Крис щадит врага Лансер, но имя не было желтым. Чем потом займетесь, ребята? Давай, до свидания. И как быть? Пощада. Чпок. Хо-хо-хо, я злодей. Так. Подождите секундочку. У моего байка кончается топливо. Ладно, сопляки, в этот раз вам повезло, но в следующий раз продуете вы. Ха-ха-ха-ха. Пока, неудачники. Мне нужен домой к ужину. Вы победили, получен 0 опыта и 33 ТС. Наверное, местная валюта очередная. Вы в порядке? Позвольте мне представить себе подобающее, я... Боже, ты хоть капюшон-то снимешь? Тебя из-под него не слышно ни черта. Ладно. Оу. Всем привет, меня зовут Рельзей. Крис, Сьюзи, я так рад вас встретить. Я верю, что мы станем замечательными друзьями и... Выходит, выход на восток, да? Верно, вот туда мы и... Ясно. Увидимся в школе, Крис. Получается, мы остались вдвоем. Крис, хоть я и принц, но... у меня, на данный момент нет подданных. Всю свою жизнь я, в одиночестве ждал вашего прибытия. Так что я действительно рад нашей встрече. Надеюсь, мы станем замечательными друзьями, Крис. Давай поищем Сьюзи. Она, скорее всего, направилась на юго-восток. Веди, Крис. Ну ок. Ладно, ребят, думаю, на этом мы на сегодня закончим эту серию. Прошло уже достаточно времени с начала. Так что всем спасибо за просмотр, ждите следующих серий. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока!